В округе Ориндж американского штата Калифорния запрещена реклама пасхального богослужения, так как в ней упоминается имя Иисус. Местная церковь города Алиса Вьеха, Калифорния, сняла 30-секундный рекламный ролик, предназначенный для 45 кинотеатров округа Ориндж. Рекламный ролик приглашал всех посетителей кинотеатров прийти на пасхальную службу в Алиса Вьеха, а также предлагал задуматься над вопросами: что произошло 2000 лет назад с Иисусом Христом и почему мы верим в воскресение из мертвых. Предполагалось, что рекламный ролик появится в кинотеатрах 1 апреля и будет запускаться в течение 3 недель, но в последний момент ролик был запрещен, так как он содержит спорный материал, и в нем, в частности, упоминается имя Иисус. Театральное агентство заявило, что содержимое этого противоречивого ролика может обидеть некоторых посетителей. Они нам сказали, что ролик великолепный, но мы должны обязательно убрать из него упоминание об Иисусе, сказал пастор церкви в Алиса Вьеха Майк Парабес, добавив, что такова политика этих кинотеатров, что они не будут помещать в свою рекламу материалы, содержащие упоминания о христианстве или о Христе. Но для нас Пасха – это не просто весеннее веселье. Это самый значительный день в истории человечества, и мы не можем от этого отказаться. Жаль, что то основание, на котором была образована наша страна, становится слишком противоречивым, заметил пастор.